Одна общественная баня в Токио решила привлечь клиентов новой услугой. Теперь посетители могут потренировать мозг, решая логические задачки. Инструктор знакомит их с правилами игры и предлагает всем активно участвовать. В этом классе каждый может быть учителем или учеником. Думаю, когда люди раздеваются и забывают о своем социальном статусе, то становятся равны. Здесь у них нет предрассудков, они наслаждаются игрой и не стесняются спрашивать. Японские общественные бани, которые называются сэнто, это целая традиция. Раньше считалось, что без их посещения дети не получат правильного воспитания и не смогут войти в общество. Теперь же многие предпочитают мыться дома. Большинство молодых людей никогда не ходили в общественную баню, поскольку в квартирах есть ванны. Мне захотелось дать им повод прийти к нам, и я предложил такое необычное развлечение. Посетителям идея понравилась. Думаю, если молодежь узнает о такой услуге, это заинтересует ее, и она будет приходить в общественные бани. Познавательные уроки устраивают и для женщин. Но поскольку инструктор мужчина, то все, конечно, одеты. Темы занятий будут меняться в зависимости от выбора преподавателя.